Кажется, покупая табличку закрыто, я напрасно потратил деньги. Похоже на то. Сожалею о том, что случилось с вашей женой и дочерью. Если ищете способ их вернуть, боюсь, прыжки в портал не в моей компетенции. Разумеется. Что это за суматоха на улице? Происшествие на границе города. Проблема с пересечением черты. Прошу, расскажите. Вообще-то я пришел, чтобы кое-что купить. Способ кое-кого найти. Что-то вроде карты? Что-то более эффективное. Как то кольцо, что ты мне дал, чтобы найти Снежку. Ах да, волшебство. Кто вас интересует? Не скажу. Есть ли у вас что-нибудь, что принадлежало искомой персоне? Да. Я могу взглянуть? Нет. Вылейте это на предмет и следуйте за ним. Это просто. Даже Дэвид Нолан справится. Чего ты хочешь? Покоя. Не трогайте меня. Что тебе до того, что делает Дэвид Нолан? Нет-нет, меня беспокоит прекрасный. Я бы хотел получить гарантию невмешательства. Хорошо, если и ты мне ее дашь. Мы с тобой не будем мешать друг другу. Благодарю за покупку. А что случается, если пересечь границу? Ты полностью теряешь память о нашей прежней жизни. Похоже, мы здесь застряли.